помоги мне! Скорее! Думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеешь! Давай, я за тобой! Они повсюду. Ничего, идем дальше. Вроде можно. Лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Предлагаю помочь. Охрана! Эй, Рэй! Как тебя видели? Опусти на близко. Близко. Третья моя. Как я сказал, все по плану. Гордится. Давай. Давай, короче. Вот он. Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, да. Он же... Как хочешь. Иди дальше.
Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Нейт, ну что ты делаешь? Вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Ну, поехали. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. На, черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. Нет, ящик не могло унести далеко. Нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Один ящик закреплен. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Спускаем. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага.
Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Фура подцеплена. Можно тащить. Ладно. Отойди, мы ее поднимем. Все, давайте. И поднимаем. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ха-ха-ха. Постараемся. Нашел второй ящик. Положу к остальным. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Ну, красота. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись, сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, Барни? Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а?